Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Правительство отменило часть субсидий для агробизнеса до конца 2020 года. В Кировской области из-за нехватки денег в бюджете приостановлены 4 программы поддержки аграриев. По данным издания «Навигатор», отменяется конкурс инвестпроектов для предприятий пищевой промышленности. Им компенсировали часть процентов по инвесткредитам. Также отменяются субсидии, которые полагались сильным хозяйствам при поглощении сельхозпредприятий, находящихся в сложном финансовом положении. Фермерам не будут компенсировать затраты на оформление земли в собственность. Не будет действовать и постановление правительства, по которому выделялись субсидии на производство и реализацию собственной продукции. Отмечу, что со следующего года бюджет Кировской области должен стать профицитным. Этого требует соглашение региона с федеральным Минфином. Программа «Экономика». «Нанолек» запускает совместный проект с южнокорейской фармкомпанией. Они будут заниматься разработкой и производством вакцин на заводе в Кировской области. Соглашение с компанией SK Chemicals было подписано на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Среди первых продуктов партнерства – вакцины для профилактики ротавирусной инфекции и инфекции, вызванной вирусом папилломы человека. «Нанолек» станет первым российским партнером компании SK Chemicals, который специализируется на разработке и производстве биотехнологических препаратов, в том числе вакцин. «Экономика» на 101 FM. Налогоплательщики недоплатили 1,5 миллиарда рублей. В правительстве утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие. Доходы региона составили за это время 22 миллиарда рублей, расходы 23. По данным Минфина, отмечается рост доходов в основном за счет налоговых поступлений. Основное увеличение произошло по налогу на прибыль и на имущество организаций, по транспортному налогу. Недоимка по налоговым платежам на 1 июля составила почти 1,5 миллиарда рублей, по неналоговым 250 миллионов. Основная причина – низкая дисциплина налогов. Налогоплательщиков. Экономика. Завершение валютах на сегодня. Доллар стоит 57 рублей 85 копеек. Курс евро 68,78. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.